Всем привет! Сегодня у нас на обзоре новинка компании Akuma серии Good Select. Палка под названием Big Bait. Для чего создавалась эта палка, я думаю, понятно из названия. Изначально ей можно ловить как и тяжелым джигом, так и крупными приманками, вплоть до мини-бульдогов, мышей и все, что в принципе сейчас набирает обороты в рыболовном спорте. Ростом это удилище 2,43, при тесте 70-140. Оно совершенно спокойно справляется как и по низам в обычном джиге, так и с небольшим перегрузом. Больше 160 грамм пока не кидал, ей в принципе не было необходимости. Основное ее назначение — это как тяжелый джиг, в стандартном нашем понимании, потому что палка имеет среднебыстрый строй, но я бы сказал, что он даже ближе к быстрому. Так и ловля на крупные приманки, равномерка и всем остальным. Она без проблем справится, я думаю, с любой рыбой, которая может клюнуть в нашей средней полосе. Это удилище имеет одну особенность. Оно полуторачастное. За счет этого достигается наибольшая чувствительность и запас прочности. Потому что нет шпигота, нет соединения, соответственно, ничего у вас не расходится, не раскладывается и не вылетает. Также у меня есть в пользовании второе удилище тестом. Оно в таком же росте 2,43. При перевозке оно вот прячется кончик в такой защитный колпачок. При таком же росте 2,43 оно имеет тест уже 120-190 грамм. Это специализированное удилище под крупные приманки, такие как бульдоги, тяжелые мыши и, в принципе, объемные крупные джерки. Это все для нее. Она тоже полуторачастная, имеет очень удобный катушкодержатель современный, курковый. Удобная Эва, она очень приятная на ощупь. Мне больше нравится Эва, нежели пробка, потому что пробка, она очень сильно маркая. На Эве этого ничего, во-первых, не видно, она быстро сохнет, и она более долговечная, по моему мнению. Оба удилища оснащены трехлапными кольцами, что придает дополнительную мощность. Удилище имеет отличный дизайн, достойное качество. Всем рекомендую.